Учет зубра в Кавказском заповеднике проводится два раза в год. Летом для сбора информации на территорию отправляются ученые, а вот зимой труднодоступные зоны посетить невозможно. Поэтому принято решение о том, чтобы провести авиаучеты. Что это дает? Мы фотографируем, да, мощными телевиками, фотографируем, потом наука садится у себя в кабинете, включает свой компьютер, перекидывает, и точно видно, сколько самцов, сколько самок, сколько молодняков, делает процент. По возвращению научные сотрудники анализируют отснятый материал для уточнения информации о состоянии зубров. Мы же делаем ежегодно этот учет 5 лет, и мы мониторим, что было зимой на этом участке, что было на этом же участке прошлую, и у нас есть динамика, или есть рост, или он стоит. Между летним и зимним учетами есть существенная разница. Задача летнего – уточнить численность популяции. Зимой же производится анализ стада, точнее, его выживаемость. Зимний авиационный учет, он преследует несколько другие цели. Тут важно выявить не абсолютную численность животных, а выявить зимующие в высокогорьях на открытых пространствах стада. На белом фоне они хорошо видны, очень важно их заснять и получить данные о структуре этих стад, о численности животных. Специалисты отмечают, частой причиной гибели популяции становится критический уровень снежного покрова. В результате животное не может добыть себе травяную ветошь. В ходе авиаучета визуально было отмечено около 300 зубров. Однако точные цифры станут известны после обработки фото и видеоматериала. Следующий учет животных пройдет в начале лета, а уже в июне начнется подсчет медведей.